О, Арал мой, как воды твои изобильны, безбрежны, о глади зеркальны. О, земля моя, мать моя, помнишь ли ты просьбу вождя в час испытаний? О, Арал мой, отец мой, вот дети твои, рыбаки, полеводы, герои, поэты. О, Арал мой седой, эту песню прими, в ней безбрежное счастье и щедрость воспеты. Бақыт күшірбай әбжәм іштеп түлеген 16 еңбекерлері отанға мәлім болған жер аралым міне осындай өлерген дәулет қонған жер ай у меня в руках телеграмма, которую мы собираемся сегодня отправить. Она в два адреса. Первая — Москва, Пушкинская площадь, редакция Московских новостей. И копия пойдет в Москву, в Институт географии Академии наук СССР. Содержание телеграммы следующее. Полуостров Кок-Арал, как географический объект на Аральском море, прекратил свое существование. В результате усыхания Арала его мыс соединился с материком. Суша материка и полуострова, соединившись, образовало два моря-озера. И теперь, к сожалению, мы будем с вами иметь, на карте пока этого еще нет, Арал большой и Арал малый. События, прямо скажу, очень печальные. Но этот факт уже свершился. И этот свершившийся факт одновременно и как цена порочного бесхозяйственного водопользования. Экспедиция начала работать на Памирских горах. Вот мы прошли практически полпути. И увидели горе народа, печаль народную видели, увидели слезы матерей, много болезней. Дальше медлить нельзя. Положение буквально катастрофическое. Орта Азияның, Казахстанның ғана трагедиясымыз, бүкіл әлемдік трагедия деңгейін көтерді. Масштаб этой трагедии безграничен. Целое море исчезает буквально на глазах. Немыслимая, беспрецедентная катастрофа. И такое случилось в мире, который считается цивилизованным. Ничего подобного не было во всей истории человечества. Когда-то в далеком 1921 году, когда разразился небывалый голод по Волжье, Владимир Ильич написал трогательное письмо и пока морал. Когда-то, в дни лихолетия, Арал спасал всю страну. Так позже сейчас вся страна поможет Аралу и спасет его. Мне, біздің Арал ауданының халқы әсіресе, өте қайғыға
Шрап келатканна 20 жыл болып калды. Калай шрап алып? Эта трагедия продолжается вот уже 20 лет. И никому нет дела до того, что с нами происходит. Еще в 1964 году в устье Сырдарьи стали умирать люди. Многие болеют и сейчас. Я войну прошел, 40 лет от ран страдаю. Но эта новая беда кажется мне страшнее войны. Вокруг только смерть. Орал должен вернуться. Если сообща взяться, нет ничего невозможного. Вернется Орал. Фокстан! Фокстан жатканыма 40 жыл! Келіп, мына қайғыға ұшырадым. Мына қайғы соғыстан ауырлау болды маған. Мына Сырдарияның қайтуы. Қазір мал адам тептегіс қисайудамыз дек. Арал теңізі орнына келеді. Союзный республиканың қолынан келіп өйтіні жоқ. Арал теңізі орнына келеді де қояды. Вы знаете, как страдают товарищи, которые живут непосредственно в Орале. Мы находимся от города Оральский, Кызылорде, живем на расстоянии 500 километров. Даже при этих условиях трагедия совсем другая. И на нас это распространяется, но в меньшей мере. Вот приведу несколько цифр. Общая заболеваемость 1980 в 1907 году составило 1919 человек. Психохронических 8870 человек. Из них детей 1372 человек. Что это? Это гибель людей. Не только море погибает, но гибнут люди. К этому времени, когда подадут воды, Орала не будет. Мертвому уколы, говорят, не требуется. Я прошла войну. Но то, что творится в Орале, одним словом, невозможно ее остановить. Войну можно остановить, атомную бомбу можно остановить, самолет можно остановить, но это невозможно остановить. Мы говорим здесь, а там свое, природа свое дело делает. То, что натворили наши, в кавычках, величающие ученые, как я могу говорить о таких ученых, что они убивают в утробе целую нацию? Нацию убивает. Другое время мы бы говорили, что это вредительство. А что мы скажем, если они академик Союза СССР, герой соцтруда, лауреат дважды, трижды? На казахской территории там что? Семипалатинске? Полигон, Байконуре, космодром, в Орале яд. Как жить казахам? Если это был бы за границей, в Америке, как бы мы кричали, что целую нацию убивает. Не только Казахстан ведь. Я в тех местах была. Мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождается, нет неба, нет на голове волос, нет руки. Ну как, нет ноги? Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Я помню тебя, приветливо, нежный морал. Когда было мне плохо,
Я плакал и поверял тебе, думай, и совета просил. И теперь я пришел, чтобы взять твою боль, Арал. Но пусты и мертвые твои берега. Где сила твоя, где слава твоя, Арал? Где твои сыновья, рыбаки, Арал? Почему заметает песок твои корабли, Арал? Даже чаек не слышно, лишь ветер и соль. Укоряя в жестокости мир неразумный, встань и очнись, видишь, как мне одному не вмочь без тебя. Салтаң қайдау, байлығың баға жеткіз таңың қайдай. Әй, балықшы батырларға мекен болған, айдының бұрынғыдай жарқыраймай. Басымнан бағым ұшып жабырқап жатырмысың жалың ұшып қанекей бір сілкініп көтеріл шау жағаңнан құрғайтпай сағым сұнып жолатпай жаныңа жалтаң жалғандарды кеудің жырым аржандарды жатушың ақтысыңнен күндір қағып ұшырып ақшығалау армандардай дүрияй кейді тәтті кейде қаттау басыңнан талай сырдау заман ақты әй қалқыма қазына болған қайран теңіз бәрінен мұна қарын жанға батты.